Сьогодні до нашої студії завітала Катерина Загоруй, консультант зі здорового харчування. Доброго ранку, вітаю вас у нашій студії. Отже, як зробити цей вибір? З чого має складатися обід дитини? Если говорить об обеде, главное понимать общие принципы питания. И сейчас можем представить тарелку, которая имеет, вы знаете, как выглядит тарелка, разделить ее образно на две половины. Одна половина будет занимать овощи и зелень. Четверть второй половины тарелочки должна занимать мясо, или это растительный белок, то есть бобовые. И еще одна четверть останется, это могут быть крупы цельнозерновые, цельные крупы, предпочтение давать цельным. Это могут быть паста, то есть макароны твердых сортов пшеницы или хлебушек. Ну, ми всі розуміємо, що не надто то й легко так, особливо в шкільних їдальнях, організувати такий обід. От що робити? Чи, можливо, якось давати кожен тиждень, кожен день якесь щось нове, чи як з цього виходити? Бо... Ну, тут креативность, в принципе, родителей и их желание, чтобы их ребенок рос здоровым. И так, чтобы спланировать питание ребенка, конечно, нужно делать заготовки с вечера, потому что с утра все встают поздно, опаздывают, спешат, поэтому с утра ребенку приготовить что-то с собой будет сложно. Да, и легче всего за все взять и сделать бутерброд и дать ей переїж. Ну, а если, например, тут не готовят, обед не дают с собой, в їдальні там поїв, не поїв, как это может відзначитися на организме дитини? Если это происходит регулярно, конечно же, желудочно-кишечный тракт ребенка будет страдать. Будет страдать его энергия, которую он недополучает с питанием. Впоследствии, если это будет на основе регулярной, то, конечно же, может страдать и сам рост и развитие ребенка. Ну, если это нерегулярно, то после большого перерыва ребенку можно предложить более здоровый обед или более здоровый ужин. То есть, таким образом, предлагая ему более здоровый вариант, и он, будучи голодным, он его обязательно съест. А яку роль взагалі харчування відіграє в житті дитини? От сніданок, який він буде, там, у котрій буде? Чи обов'язково, можливо, там, в одну годину спеціально там, надавати йому щось їсти? Ну, питание ребенка играет огромную роль в жизни ребенка. В первую очередь, это растущий организм, тратящий огромное количество энергии на образование. Дети более подвижны, и у их потребностей немного отличаются от потребностей взрослых. И, конечно, то, чтобы для начала понимать, как ребенку организовать его день, то сам план питания, ну, скажем так, регулярность приема в одно и то же время, она стабилизирует, как правильно слово подобрать, организует ребенка. И поэтому, конечно же, удобно, чтобы завтрак, обед и ужин были в одни и те же часы приблизительно. Тогда и организм приспосабливается быстрее, и ребенок знает, что в эти часы он обязательно получит свою порцию еды. И еще один такой лайфхак, чтобы ребенок полноценно завтракал, полноценно обедал, полноценно ужинал. Не давать ему легкий доступ к перекусам, типа печенья, конфеты, то есть то, что у него на расстоянии вытянутой руки. Прячьте, и будет все хорошо, и будет и завтрак, и обед, и ужин. От, а якщо, можливо, там через це йому якось сказати, що якщо з'їш це, то отримаєш там якесь печиво чи цукерку? Это не самый хороший мотивационный подход. То есть предлагать ребенку, если он что-то выполнит, вознаграждение сладости, это неверно. Не следует на этом акцентироваться. Впоследствии это формирует неправильные привычки питания. Поэтому я бы не рекомендовала этого делать. А скільки взагалі має бути прийомів їжі у дитини за день? За день, конечно же, три основних прийома пищи – это завтрак, обед и ужин. И один-два перекуса – вполне достаточно для ребенка, даже растущего организма. А їсти на ніч, щось дати на ніч, там молока, може цукерку якусь печиво? Бо я зараз читала, є стаття, що, виявляється, вчені дозволили їсти все ж на ніч, там плитку шоколаду, або випити молока, або горіхів якихось.
Смотрите, смотри, какие цели вы преследуете. Если у ребенка был очень ранний ужин, то, конечно же, перед сном он будет голоден и он не заснет. Если ребенок голоден и вы это понимаете отчетливо, то есть прошло более 4 часов пауза между приемами пищи, то, конечно, на ночь лучше дать что-нибудь жидкое, молоко с медом, которое его успокоит, и, в принципе, он хорошо заснет и голода уже не будет, он не будет ему мешать засыпать. Но если же был поздний ужин, то на ночь давать питание не следует. Ребенок проснется не голодным, от завтрака он может отказаться, а упадок сил у него будет на пик активности в школе на 10-11 утра. А що робити, якщо дитина дуже полюбляє їсти, а батьки вже бачать, що час вже дитині якось сісти на якусь дієту, чи якось чогось його від чогось відчити, якось з цим робити, що... Ну, тобто, як дитині пояснити, що йому треба цього вже менше вживати, щоб він був здоровіший? А чтобы был ребенок здоровым, конечно же, нужно быть самостоятельным примером для ребенка. Если в семье питаются булочками, перекусами, во время еды смотрят телевидение, читают газеты, говорят по телефону, смотрят смартфоны и так далее, то ребенок будет перенимать это поведение и также будет себя вести. Конечно же, если родители говорят, что ешь капусту, а сами едят колбасу, то такого в семье не будет. Ребенок, естественно, не будет этого делать. То есть все родители являются примером для своих детей и формирование привычек и взрослых его уже привычек. То есть он понесет эти привычки из семьи в свое будущее. Поэтому так вот, чтобы заставить, вы не заставите. Дети, они максималисты, они свободолюбивые, и заставить кого что-либо сделать, даже маленького человека, очень сложно. Только своим примером, очень зная подход, зная своего ребенка, очень постепенно, объясняя преимущества здорового питания, подавая собственный пример, можно постепенно, это не за один день делается, перевести ребенка на более здоровое питание. Тобто варто пам'ятати, що діти – це просто наша копія. Те, що робимо ми дорослі, те вони повторюють за нами. Добре, давайте трошки підведемо підсумок. Ще раз, покажіть, розкажіть, як розділити тарілку, що дітям треба обов'язково вживати на обід, і які саме продукти відповідають там, наприклад, за зір, за їх продуктивну діяльність, за розумову діяльність. Так, давайте поступово. Тарелка. Еще раз напомню о тарелке. Тарелку визуально делим на две половины. Первая половина – это овощи и зелень. Так как сейчас холодно, то, конечно же, это все должно быть термически обработано, то есть теплым. Вторая половина тарелки делится еще на две, то есть получается две четвертинки. Эти две четвертинки, одной отдаем предпочтение что-нибудь белковое, то есть это животного происхождения белок или растительного. Животного происхождения – это мы знаем, птица, рыба, мясо, кролик и так далее, да, яйца. И растительного – это все бобовые. Следующая четвертинка, которая у нас остается не занятой на тарелочке, это крупы, отдаем предпочтение цельным крупам преимущественно. Это паста, отдаем предпочтение твердым сортам пшеницы, паста из твердых сортов. Или же это может быть хлеб. А хлебу отдаем предпочтение, конечно же, из цельного зерна. Хлебушек. Или второго сорта, то есть наиболее грубая мука должна быть. Ну, що б ви порадили, наприклад, там, ну, сьогодні для понеділка, день важкий, тяжкий, всі знають, що їм взяти на обід дитині, покласти в ланчбокс? В ланчбокс, ну, первое, ланчбокс должен быть из качественного пластика. Сейчас очень холодно, поэтому еда у детей должна быть, еще раз повторяю, что это должна быть теплая еда преимущественно, поэтому этот ланчбокс должен выдерживать температуру. Тот, который не выдерживает температуру, горячую еду класть нельзя, он отдает свободные, как сказать... В общем, это токсичный пластик, который насыщает токсичными веществами еду. Когда выбирается качественный ланчбокс, нужно обращать внимание на качество пластика, который можно подогревать и класть горячую еду. Это обязательно. В ланчбокс можно положить по тому же принципу, которому я обещала, что основная часть это должны быть овощи, туда могут войти фрукты и зелень. Дальше можно положить, допустим, сделать такой, ну,
к примеру, пасту. Все дети очень любят макароны, да, пасту, как сейчас мы называем. Вот из пасты можно сделать салат, горячий салат. То есть макароны с овощами и немножко зелени, и тогда это уже что-то интересное. Туда же можно, так как ланчбокс поместит у нас не только обед, а еще поместит 1-2 перекуса. На перекус, конечно, вот можно сделать акцент на что-нибудь вкусное. Это могут быть фрукты, можно сделать нарезку из фруктов с ягодами, разнообразить рацион, кстати, фруктовый, потому что сейчас дети кушают или яблоки, или бананы. Сейчас много других фруктов у нас на рынке, и вот зима, это время цитрусовых. Можно разыграться, как хочешь. Да, это все фантазия, родительская фантазия. И желание заниматься своим ребенком и дать ему здоровую основу для будущего. Также можно туда положить какие-то домашние печенья. Я за то, чтобы мы готовили дома, и вся промышленность, которая у нас, все продукты из супермаркета, они вредны, потому что они готовятся на трансжирах, с огромным количеством сахара, из белой муки, и они не являются полезными ни для взрослого, ни для ребенка. И мы не можем быть якось усвідомлені тим, яких, зберігають. Тобто ми навіть бачили у нас в сюжеті Ірини Федоровської, як їх зберігають ці продукти, тому дуже довіряти не варто. Даже если их хранят достаточно в герметичных упаковках, все равно это не есть гарантия того, что продукт качественный, потому что качество базируется из того, что он сделан. А он делается из огромного количества сахара, делаю акцент на том, что там используются гидрогенизированные жиры, трансжиры, маргарины и так далее, пальмовые масла, что не переваривается нашим организмом. А мы детям это даем как вознаграждение, то есть мы даем вознаграждение ребенку, купленное своими руками, нездоровое питание. То, что, в принципе, будет поступать его в организм и делать его в будущем, накапливаясь, нездоровым. И через 10-20 лет мы будем видеть итог того питания, которое закладывалось в детстве. На самом деле, здоровые привычки питания, сейчас немножко отклоняюсь от нашего ланчбокса, здоровые привычки питания закладываются, вы не поверите, с момента зачатия ребенка. С момента зачатия начинается, да, закладка здоровых привычек питания. Дальше уже питание матери во время беременности, питание матери во время кормления очень имеет большое значение. И далее уже введение. Это уже с самого початку батьки вже мають думати, чим годують, чим будуть далі годувати. Тобто, друзі, ви фантазуйте, оберігайте дітей, тому що це наше майбутнє, ми маємо берегти їх здоров'я.